Привычный новгородцам избирательный участок 1444 в этом году могли перенести в другое место, так как в здании спортивно-оздоровительного комплекса идет капитальный ремонт. Но для удобства жителей было принято решение развернуть на этой территории шатер для голосования. Здесь проголосовали руководитель исполнительного комитета района Ильнар Хафизов и заместитель главы района Валерий Акатьев. Конституция была и остается гарантом защиты прав и свобод граждан России. Она принималась 3 десятилетия назад, и за это время в жизни нашей страны было много изменений. И сегодня очень важно, чтобы каждый гражданин нашей страны дал свою оценку поправкам в Конституции, которые были внесены, учитывая повестку дня. И я очень надеюсь, что жители нашего района проявят самую активную гражданскую позицию. Представители руководства района, как и все избиратели, при голосовании соблюдали меры безопасности согласно требованиям Роспотребнадзора. Избиратели заходили в шатер с одного конца, выходили из другого. При входе 2 медработника вели температурный контроль и выдавали маски и перчатки. На выходе стоял раствор для дезинфекции рук. Кроме средств индивидуальной защиты, горожанам выдавались шариковые ручки на случай, если они забыли принести свою. Члены избирательной комиссии одеты в защитную униформу, на руках перчатки или лицо прикрыто защитным прозрачным навесом. Голосующие соблюдают дистанцию между собой и не выходят за ограничительные полосы. При этом заинцам не нужно передавать свой паспорт работнику, как это было прежде. Достаточно показать документы в развернутом виде. Наблюдатели соблюдают 1,5-метровую дистанцию между собой. Избирательный участок 1444 работает с 8 часов и ожидает 1524 голосующих. Здесь всегда наблюдается активная явка избирателей. Айгуль Ярулина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.